С чем бы нам заняться? Не знаю. А давай откроем салон красоты у себя дома. Это же замечательная идея! Нам будут платить деньги, а потом мы накопим... А на что мы копили? Мы копили на последний iPhone и на AirPods. А, понятно, давайте... Давай докопим. Давай. Пошли. Пошли уже открывать его. А как же логотип? Салон красоты. Кажется, я понял, как нарисовать логотип. Вот, нам нужно нарисовать здесь сало, потому что он милый, и все же его любят. Все же его любят. Да, все его любят. Пошли вешать. Шикарно. Я пошел заказывать миски. Давай вместе попросим. Давай. Это миски, в которых мы будем купать, делать массаж и все такое нашим покупателям. Господи, нашим клиентам, вот. Вот мы все и устроили. Тут будет горячее джакузи. Вот тут просто горячее, тут супер горячее. Тут ледяная вода, просто ледяная. А вот здесь холодная. А вот тут вот это разведенная с водой соль для ванны. Здесь бассейн общий. Вот тут вода в ведрах для бассейна. Это с пеной и без нее. Тут будут делать массаж этим нашим. Покупать. Господи, клиент. Тут дальше у нас расположены лак для ногтей, краска для волос, ножницы для волос. Что ж, давайте подождем первого клиента. Дюки, смотри, тут салон красоты Мэлла и Дюка. Да. Прикольно. Да. Давай зайдем. Пошли. О, господи. Вау, ты так красиво. Что здесь есть? Мэлла и Дюк, привет. Привет. Что бы ты, Дюки, хотела сделать себе? Я бы искупалась в соленой водичке. Я тоже. В какой горячей или холодной? Я бы в горячей. Я бы тоже. Дюк, пошли. Так, вот здесь будем мы с Дюком. Вот. А там соль. Дюки, иди сюда. Ию. А вам соль какую, обычную или гостворенную? Мне растворенную. Тварь. Засыпаем. Нам с Дюком обычную соль. Нас посолили. Наливаем растворитель. Салон красоты. Директор, мам и Дюк. Это спальный Дюк. Как красиво. Следующий клиент. Дюк, пошли обслуживать. Будьте здесь, если вам что-то понадобится, мы пойдем. Дюк, иди сюда. Хорошо. Здравствуйте, Хлоя, привет. Привет. Можно мне в бассейне искупаться? Ага. В общий бассейн, да? Вот тут. Хорошо. Мопси, Дюки, идите к нам. Пошли в общий бассейн, Дюки, пошли. Бык. Салон красоты. Директор Мэл и Дюк. Здесь есть Мэл. Я сам. О! Мига Пьесол, Мига, привет! Привет, я хочу сделать массаж. Лазы сюда, сейчас я тебе буду делать массаж. Мэл, побудь пока здесь, я сейчас Миге массаж сделаю. Спасибо огромное, Мэл и Дюку, я ухожу. Пока. Здесь? Пока, Михайлыч. Патрик, смотри, здесь открылся салон красоты Мэла и Дюка. А тут еще Салли нарисован.
Смотри, ты чё, реально? Он нарисованный, это не настоящий сало, кромсало. Ладно, всё, заходим сюда. Здравствуйте! Здравствуйте! Следующие клиенты пришли. Сейчас, что вы хотите? Мы хотим искупаться в холодной воде. Хорошо. В холодной или ледяной? В ледяной. Вот. Сыкална, мы почти за всех обслужили. Только не плачь. Знаешь что? Давай это... Поищем Хлою, там новый салон красоты открылся Мэлла и Дюка. Да, давай его, ее там поищем. Давайте. Давайте, пошли. Вот он, заходим. Вот он, заходим. Кто сейчас за меня говорил? Я того убью. Это вы подписчики? Нет. Мэл, Дюк, Хлоя, вы здесь? Да, мы здесь. Мы к вам. Пью. Зачем я вообще в Россию переехала? Тут ни одного моря, ни одной пальмы нету. Только в Сочи есть, но это же не Сочи, это Павловск. Я хочу купаться. Выпустите меня на Кипр. Салон красоты Мэлла и Дюка, иду сюда. Я хочу море. Бултых? Но если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на нас. На наш канал. А с вами были Мэл и Дюк. Всем пока-пока. Пока.